stop moving and far on inside your mind. Deep in my heart was a fire. Now in the smoke remains only your face. Конечно же, все началось с лейблы Владимировны Адамян, с ее энтузиазма, с ее идеи сделать шоу, в котором бы замечательные танцоры, чемпионы мира, тренеры Дома танца могли бы себя показать не только, да, в стенах самого Дома танца, но и на сценической площадке. Вместе с Толятом Тарсиновым они придумали, как бы, вот что... шоу «Быть». Все это соединили с письмами великих людей. Айседоры Дункан, Сергея Есенина, Высоцкий, Влади. Я не могу вернуться к тебе. Я не могу остаться без тебя. Западня. Я очень счастлива, что я имею к этому отношение. Это была, вы знаете, моя идея. Но она настолько была красиво воспринята и подхвачена. Мне кажется, просто в воздухе что-то такое витало, что требовало такого шоу. И оно состоялось. Идея возникла спонтанно. И в первую очередь мне показалось, что эта линия писем о любви поможет нам создать программу, где будут показаны все очень разные цвета этого чувства. Я был уверен, что это будет близко каждому человеку, и каждый человек найдет что-то очень личное и интимное в этой истории. If it can really be that what I see is reality, I don't want to dream another night. Естественно, я изначально отказался, потому что я думал, что это просто, ну, очередная идея, которая вдруг сейчас появится, потом исчезнет сразу. Но потом я узнал, что она собирается пересекаться с хореографом Толятом Тарсиновым. Знаменитый, очень заслуженный человек. Про него прочитал на интернете, и было... Не, для меня был шок, только в очень хорошем смысле видеть, насколько это уже серьезный процесс. Когда я поговорил с Толятом, было время, он сказал, что он требует музыку, которая нежная, требует музыку, которая может как-то создавать, внушать чувство романтики какой-то. Я время, когда я согласился, просто почувствовал, что я это могу делать. Я учил философию в университете, я потом написал диссертацию тоже о любви. Я просто думал, что не было такого шоу, хотя от начала до конца вся музыка посвящена как раз этому. И мне было очень интересно заняться этим проектом из-за этого. Премьеру, которая была в Доме музыки в театральном зале, мы выпускали с молодыми артистами Ильей Беляевым и Марианной Лагедой и Ольгой Кобой и Дмитрием Харатьяном. Есть другой вариант шоу уже ездило неоднократно на гастроли. Мы были и ездили по России, и в Испании. И в Испании мы с Настей Макеевой, звездой театра и кино, звездой московских мюзиклов «Чикаго», читали эти слова великих людей одной парой, как бы, я и она. Представляешь, есть женщины, которые искренне считают шопинг лучшим лекарством от скуки. Я всегда любила сценическую речь, я любила читать письма, я любила читать прозу. Мне кажется, что поэзии, высоких отношений в нашей жизни очень мало. И когда я услышала историю про любовь, еще такую красивую и так хорошо складно сложенную, я заинтересовалась.
мне очень понравилась идея этого проекта, потому что он существует не ради танцев, не ради артистов, не ради каких-то спецэффектов, а весь спектакль объединяет одна тема любви. И эта любовь, она по-разному выражена на сцене. Поэтому мне нравится, что стихи переходят в танец, танец переходит в песню. Такой синтез искусств. Ну, для меня это история любви двух людей. Сложная, тяжелая, с преодолениями, с расставаниями, с разлуками, со встречами. Такая яркая и больная. Но я вернусь, но я вернусь, вернусь к тебе дождем, росою. Но почему тогда с тоскою отчаянно танцует грусть? Это вообще эксперимент для меня, это новое какое-то слово, новая форма. Мне это интересно, в том числе и потому, что это эксперимент. Я, собственно, как вы понимаете, здесь читаю письма Владимира Семеновича Высоцкого в основном. У меня всегда были женщины. После встречи с тобой я думал, что мир изменится. Изменюсь и я. Мир не изменился. Изменил я. Для меня это вот это. Вот моя миссия, моя роль и мой, так сказать... Мой в этот вклад, наверное, это, собственно, донести до зрителя вот эту историю. Не отрекаются, любя. Очень талантливые танцоры, которые действительно проживают свои танцы и не просто танцуют, а они как актеры, они выражают свои чувства через движение. В каждом движении есть смысл. Для меня это очень важно. Ну и потом читать со сцены фрагменты из любовных писем Марины Влади и Владимира Высоцкого, это, конечно, дорогого стоит, потому что в этом есть такая исповедальная нотка, непридуманная, не написанная кем-то. А ты придешь, когда темно. Я дико люблю танцы, я восхищаюсь людьми, которые обладают возможностью, точнее, они ее заслужили, владеть своим телом и с помощью тела передавать какие-то отношения людей, чувства. И я даже где-то пошла на это не из-за своих актерских амбиций, а из-за своего желания как зрителя, как какого-то, наверное, фаната, получать удовольствие от того, чтобы быть рядом с такими людьми и видеть их работу. Благодаря этому шоу я начал видеть, насколько это все красиво. Я начал чувствовать отношения между музыкой и между вот эти силовые движения, которые превращаются в такое изумительное искусство. И мне было очень приятно с ними знакомиться, со всеми этими танцорами, с этими чемпионами, преподавателями танца. Все, кажется, что-то свое имеют, очень красивое, очень доброе. Есть у меня любимые сложившиеся пары, любимые номера. Есть даже моменты, где я прям очень чувственно воспринимаю действительность и даже плачу. Но мне очень нравится танец «Малада». «Малада», «да-да-да-да-да-да-да». И когда в тишине идет женский голос и фантастическая пара, просто красивейшая просто хореография. Толят, я считаю, что он по праву лидер в этом виде искусства. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade. Я очень глубоко прочувствовал эту идею этого шоу, и мне очень радостно, что шоу с течением этого времени, оно настолько прогрессирует. На сегодняшний момент уже это такой достаточно достаточно серьезный продукт. У
меня три номера: «Мадам Брошкина», «Je suis malade» и «Самба». «Мадам Брошкина» — это такой веселый юмористический номер. Мы его танцуем вместе с Димой Каяфой, Русланом Хайрулиным и моей партнершей Машей Гнатенко. Это шутливый номер, легкий, свободный такой, я думаю, зритель получит немножко юмора, немножко улыбок. У меня очень драматичные номера все. Два номера. Один я играю ботаника, а в другом мадам Брошкина. Ну, в принципе, два юмористических номера такие не очень сложные. Ну, больше как бы игровые, не столько технические. Ну, Толят молодец, он почувствовал, в принципе, то, что из меня можно выжить. И, по сути, поставил то, что необходимо. Станцевали, ну, несколько раз шоу. Я для себя понял, что надо как-то усиливать. Номер, говорит Толят, тут. Надо поставить пару трюков. Он поставил. А техника, видимо, была рассчитана на предыдущее исполнение и не выдержала накала страстей. Думаю, ну профессионал. Расстегнулось это. За 2 секунды все застегнул обратно. Начинаю искать, понимаешь, у меня там нет ничего. Ни пуговиц, ни молнии, ничего. Там все было схвачено. У меня была клетчатая рубашка, заправленная в полосатые трусы. Что можно было придумать комичного? Ну и в конце уже, когда у меня поддержка, Маша на 2 руки выходит наверх, я начинаю ее крутить. Там у людей запотели глаза просто, там поэты. Очки потрескались. Новички в этом шоу, расскажите, как так получилось, что вы здесь оказались, и какие у вас по этому поводу ощущения вот в этот момент? Ну, на самом деле, трудно что-либо пока еще сказать, потому что ощущения будут после того, как мы уже станцуем. А сейчас пока ощущения только предвкушение. Оля! Как ты меня спускаешь? Я просто не понимаю, как ты меня спускаешь. Нет, потому что ты начинаешь раньше времени оттуда влезать. Ну так мне же нужно подготовиться к выходу. Тебе надо было подготовиться до того, как репетировать. Вот. А как мы здесь оказались? По великодушию Лейлы Владимировны Адамян. Она нас пригласила, потому что мы принимали участие еще в одном ее танцевальном проекте. Это дуэт «Легенды танца». Как-то вот сложилось так, что после этого она нас пригласила к себе в шоу. Вот, поэтому у нас будет первое сегодня выступление. Мы немножко так нервничаем и опаздываем, поэтому я буду готовиться. Of all the girls that I've known, and I've known some, until I first met you, baby, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light. And this old world seemed new to me. Молодой человек ждет встречи с девушкой, и вот он не знает, придет ли она или нет, так как в стихах это прописано, и потом она появляется. А я прихожу, и у меня все задумано. И начинается большая радость, так что да. Да, такая игривая. Трехминутная радость. Игривая встреча. Мы с Лейлой Владимировной познакомились раньше, до того, как появился проект. Она угостила нас мандаринками. Вот. И мы как-то познакомились, и далее, когда мы с Толятом делали номера, как бы не относящиеся к танцу любви, Толят вышел с такой идеей, что в ближайшем будущем появится такой спектакль «Танец любви», и не хотели бы поучаствовать. И когда Толят сказал, кто организатор этого проекта, кто главный идейник этого проекта, я сказал, естественно, я знаю этого человека, и было бы супер. By Jove, I think she's got it. Когда мальчишки встали, и у вас еще есть пауза, девчонки должны стоять.
понимаете, пока, да? И когда вы уходите, вы должны идти, вы должны бежать, понимаете? Толпа должна разбегаться, а вы идете как пионеры, школьники обратно. Я не босс, я не диктатор, я не командир. Если у меня нету контакта с человеком, я не вижу смысла продолжать диалог. А здесь нужно создать ощущение, что они находятся вот в этой комнате, где происходит действие. Это музыкальный театр. Потом посмотрите, там вот сбоку люди сидят. То есть это везде есть зритель, у вас везде энергия идет. Понимаете, мой артист должен быть моим партнером, потому что я через него говорю, я через него делаю свою хореографию, я на него делаю свою хореографию. И так же со всеми остальными. Вот. Ну, конфликтов, в общем-то, не возникает со мной, потому что я, конечно, могу подстроиться, я считаю, что я гибкий человек, я могу подстроиться, но, конечно, внутри я могу быть довольным кем-то, а кем-то очень недовольным. Если может произойти что-то непредвиденное, то это будет просто случайность, потому что шоу уже готово, люди уже заряжены, каждый знает свое место, свое время, каждый знает свою эмоцию, которую он должен донести до зрителя, а моя задача будет, я все время на сцене, я пока еще не могу пойти, я еще ни разу не смотрел спектакль из зала. Я пока не могу себе этого позволить, потому что я должен быть там, я должен перед каждым номером настроить своего участника. Мы танцуем два номера, все они в стиле аргентинского танго. Оба номера достаточно характерные, и от нас много просят чувств показать. Собственно говоря, на чем, мне кажется, эти номера и держатся. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. Саша, семья, и трое детей. У меня тоже есть любимый, сыну 16 лет. То есть мы партнеры, а Толят нас ругает, что типа нужно в этом номере, понимаешь, выдать. Чтобы меня за бедра брал, как бы он взял эту женщину, которую он мечтал. Очень сильная команда у нас, танцоров, именно с точки зрения исполнения. Есть это ощущение, каждый номер смотришь и понимаешь, что люди вкладывают все мастерство и душу вкладывают. Толят со своей стороны, создавая музыкальный материал, хореографию, он вкладывал все, огромное содержание вложил. Каждый человек не так просто вышел, Лейла заплатит там большие деньги, пойду станцую. Так в этот проект не попал бы никто, понимаешь? Очень классный эксперимент и успешный. С первого уже урока, с первых слов, когда мы услышали эту мелодию, мы просто влюбились в этот танец. И что это такое? Это сумасшествие. Сумасшествие, но опять это все построено опять-таки на отношениях. Это любовь, но это немножко другая любовь. Это сумасшедшая любовь, это такой кутеж постоянный. Чтобы мужчина горит, и он горит, пылает. Да, и он горит от того, что с ним такая прекрасная опять-таки богиня. Мы представляли нашу страну на чемпионате мира в Тампе, и перед этим мы попали на уроки к Толяту Торсинову. И когда возникла идея такая, что будет такой проект «Танец любви», Толят сразу позвонил и сказал нас, что мы бы хотели видеть вас в этом шоу. И мы, конечно, говорим, да, это очень интересно, потому что ничего такого в России никогда не было. И мы хотим сказать большие слова благодарности Толяту Торсинову, безусловно. Мы и, безусловно, Лейле, потому что это ее идея, это гениальная идея.
идея. И мы восхищаемся такими людьми, как Лидия Владимировна, которые дают такую возможность, во-первых, нам, как танцорам, смотреть на танцы по-другому, это раз, и людям, которые в танцах или которые хотят прийти в танцы, прикоснуться к этому прекрасному не через спортивный турнир, не через спорт, да, а через спектакль. Через спектакль, это прекрасно. Да. Эта песня тоже любви, но она очень темная, она песня о боли. О том, что человек совершает ошибки, и благодаря этим ошибкам он теряет любимого человека. И он понимает в конце песни, что он бы не чувствовал такую боль, если бы никогда не чувствовал, что такое любовь. И, возможно, как раз вот лучше, чем вот жить страданием, улучшать себя, как он может. Стремиться к тому, чтобы он был заслужен, чтобы он заслужил как раз вот, чтобы любовь к нему вернулась. Something devilish inside, something wicked in my mind, something in my heart won't let go of the memory. Oh, something beautiful inside, something loving in your eyes, something in your smile keeps making me. Любой спектакль, который выпускается, он должен жить, расти, как рождается ребенок и растет, взрослеет. Действительно, это большой эксперимент и большой риск играть постоянно на разных площадках. Театральный зал, площадки в Чебоксарах, в Саранске, в Бенидорм-Паласе в Испании. Вчера мы играли в Крокус-Сити-Холле, одна из крупнейших площадок. Гамаевский зал – это особое место. Я бы сказала, это такое место, где каждый, даже очень опытные певцы, танцоры себя чувствуют невероятно ответственно. И в этом плане я переживала. Как же огромное количество людей примет это шоу? Вы знаете, мои ожидания не только не оправдались, а они просто превзошли. Вы видели, артисты работали, как будто по-новому. Я сама не узнавала собственного шоу, собственного спектакля. Ты чувствуешь эту энергетику, ты чувствуешь то, что ты отдаешь, на самом деле тебе возвращается вдвойне. Это прекрасное ощущение, потому что в бальном танце, спортивном бальном танце, это очень трудно увидеть. Ну, это была очень интересная задумка, и, естественно, нам было интересно участвовать в этом проекте, потому что это что-то необычное, это первый раз такая, мне кажется, идея была осуществлена. Естественно, это помогает зрительный зал, энергия всех танцоров, как мы все настроены. И режиссура была сделана, да. И непосредственно с этой идеей, что все-таки весь концерт и все шоу имело какую-то линию определенную. Ну, естественно, и красивое колоколовое слово помогает, и Михаил Степаняна, музыка помогает, как бы все это вместе соединить. Да. Шоу грандиозное, что даже слезы пробили до сих пор. Спасибо. Не могу успокоиться. Спасибо. Этого чувства и заряда, то, что мы получили, хватит нам на долгие годы. Это на самом деле так. Take my hand and walk with me, my love and my light. Мальчишек надо устраивать и показывать такие мероприятия, проводить такие мероприятия, на которых душа радуется, на которых сердце поет и хочется жить и радоваться жизни. Великолепное прекрасно, шоу. Прекрасно. Ну, сегодня была одна информация. И от зала, и от танцоров, и от певцов. Любовь. В принципе, ну, мы даже не ожидали,
что будет вот так конкретно красиво и доступно, и мы понимали все, что они говорят. Действительно, «Танец любви» был. Это нам очень понравилось. Великолепное шоу, очень красивые танцоры, очень красивая музыка. Наслаждение, масса впечатлений, доброта, красота, вдохновение. Smiling as we fall into our future's arms. Ну, почувствовал то, что они хотели передать, ихнюю любовь. Ну, просто мы давно как бы женаты, и это вот такой концерт был прекрасный, и ну, наши чувства как бы понятно, что не остыли, и мы продолжаем любить друг друга. Прекрасное шоу, спасибо большое. Действительно, танцы бальные – это индивидуальная вещь. И все люди, которые сегодня танцевали, это чемпионы. Это высочайшего класса люди. Но они привыкли танцевать ради медалей, где-то на соревнованиях, ради какого-то успеха. Мне кажется, главное то, что они сами получали удовольствие от этого танца. Они танцевали вокруг музыки волшебной, которая их всех соединяла. Общий дух, постановка. Мне кажется, это было главное, что их объединяло. Каждый человек не может ничего сделать в единственном экземпляре. А когда вот вместе, то получается нечто. И вот эта вот энергия, которую мы заряжаем друг друга, когда мы объединены, она передается, конечно, в зрительный зал, поэтому так реагирует, поэтому аплодирует, поэтому приходит и пойдет в полный зал. И закрывался этот занавес, и мы там и плакали, и счастливы, мы кричали, друг друга поздравляли, обнимались, фотографировались. Мы были очень близки. Мы хотим, чтобы люди почувствовали вдохновение и надежду, что любовь будет править миром, и неважно какие-то горести или какие-то радости в этой жизни, все будет замечательно, другими словами. Здесь нет соревнований, результата, кто первый, кто второй. От каждого из них зависел общий результат, а это и есть команда. У нас каждый спектакль зал стоит. Заканчивается, вот мы все оказываемся на сцене, Миша поет, и зал встает. Всегда. Мы, конечно, избалованы успехом, но мы не возражаем увеличить его и сделать еще более прекрасным. У нас в шоу танцуют самые талантливые артисты. Наше шоу обречено на успех, и мы в это верим, не сомневаемся. Наслаждайтесь историей, наслаждайтесь нашим танцем. Мы будем давать вам все наше сердце, а вы его ловите. В общем, спасибо вам и enjoy the show.